А тут я, значит, когда готовила материал для сегодняшнего занятия, у меня есть несколько определений ароматерапии, которые, ну, в разное время давались разными специалистами, в разных школах, разными направлениями ароматерапевтическими. Но что-то как-то я сегодня осознала, что мне это, они меня не устраивают. Они не устраивают, потому что, ну, не устраивают, короче говоря. Я подумала, а могу ли я дать формулировку метода, и, который отражала бы то, как, ну, мой опыт, например, наблюдение того, как ароматерапевтический метод влияет на процесс исцеления. Итак, это метод восстановления здоровья. Ключевое понятие здесь – здоровье. Воздействием, то есть показывает то, как мы это делаем, на патологическое звено болезни, рассматриваемое как психосоматическое. То есть мы всегда любое заболевание рассматриваем как психосоматическое. Поэтому для ароматерапевта как бы выделение такого медицинского направления, как психосоматика, оно странно, потому что мы, стоя на холистических позициях, мы не можем уровень, так как бы психоэмоциональный уровень организации человека отделить от физического уровня организации человека. И у нас всегда физический уровень будет влиять на психоэмоциональный уровень и на ментальный уровень. И также ментальный будет влиять на психоэмоциональный и психоэмоциональный на физический уровень. Так что в этом отношении для нас звено болезни будет рассматриваться как психосоматическое. И метод восстановления здоровья реализуется путем введения натуральных эфирных масел в организм и поддерживающий, то есть метод, кто... То есть мы вводим натуральные эфирные масла, это наш инструмент, и на самом деле это извне наш инструмент. А тот инструмент, который помогает нам реализовать целительский процесс внутри организма, это саногенетический механизм достижения баланса на ментальном, эмоциональном и физическом уровне организации человека. Вот такое определение, которое вмещает в себя все. Мой папа бы, может быть, меня поругал бы и сказал бы, что Шура, а что такое большое определение? С другой стороны, оно отражает суть, что цель работы – это восстановление здоровья, неустойчивое равновесие, на самом деле здоровье формулируется как неустойчивое, состояние неустойчивого равновесия системы. Звено болезни рассматривается как психосоматическое, инструмент – натуральные эфирные масла. И тут очень важно показать, что именно куда мы воздействуем, на кого мы воздействуем. Мы воздействуем, с одной стороны, напрямую на организм. То есть, например, мы, используя в период острого состояния, настоящего острого состояния, масла, которые имеют в высшей степени выраженные антивирусные свойства или бактерицидные свойства, мы таким образом реализуем на самом деле вот эти их свойства, и у организма не затрачивается дополнительное количество энергии на борьбу с этими инфекциями. И он может эту энергию, высвобожденную, реализовать на активизацию гуморального звена иммуногенеза, иммуносистемы, иммунного ответа. Вот, так что, в принципе, здесь у нас, конечно, вот эти все понятия, они выходят на первый план, и это то, с чем мы работаем, и ответные реакции со стороны вот этих вот, понятий, хотя, конечно, понятия не дают ответа, но вы понимаете, о чем я имею, что я имею в виду, мы можем видеть каждый раз изменения на ментальном, эмоциональном, физическом уровне. Мы можем видеть реализацию саногенетических механизмов. Это так красиво и так выпукло, так замечательно, что, понимаете, просто вот наблюдая то, как реализуется саногенез, понимаешь, насколько вообще велик создатель. Что интересно, его доверие человеку таково, что он сделал возможным нас... сделал возможным, что мы наблюдаем процесс эволюции, мы можем видеть процесс того, как это все устроено, и видеть, как проявляется принцип любви. Ну, то есть, в общем, это чудесно, конечно. Ну, и видим, как натуральные эфирные масла по своим благоуханиям реализуют, то есть раскрывают энергию света внутри организма. То есть человеку только надо впустить запах. Но есть хорошая новость. Он может его не впускать сознательно. У него все равно не получится не впустить. Потому что функция обоняния соединена с функцией дыхания. А не дышать он не может, пока жив.
Поэтому вариантов вообще нету не впустить запах. Вот. Так что он, конечно, он может его, ну, не дать ему войти. Он может не дать ему реализовать свет, открыть это все. Но, тем не менее, вариантов все равно нет. Запах все равно попадет. Вот, собственно говоря, вот такая вот история. Пойдем дальше. Я расскажу чуть позже. Как вы видите, я все вот постепенно, так сказать. Важно сформулировать, что мы подразумеваем под болезнью. Я сейчас дам немножко странное определение, но вы знаете, в какой-то момент, я помню, мне надо было сделать какое-то сообщение в кругу медиков, прям таких махровых медиков. Я помню, что... А задача была, знаете, как... Значит, меня попросили рассказать про то, как ароматерапевтический метод работает в области неврологии, и особенно те проблемы, которые можно наблюдать в детских домах. И я очень тогда внимательно, очень, так сказать, тщательно подготовила материал, там все эти случаи рассмотрения, как это все было туда-сюда. И помню, как думаю, эх, да ладно уже, да я сформулирую, на самом деле, как мы смотрим на болезнь. Понимаете, какая штука? Мы должны понимать, что такое болезнь, для того, чтобы вовремя понять, что организм уже болен, и начать вообще-то его лечить. Поэтому по ароматерапевтической традиции мы рассматриваем болезнь как искажение природы человека, в результате которого возникают чувства. Чувства, то есть болезнь, для нас обычно это боль, ограничение, чувство несвободы. А если организм испытывает на эмоциональный уровень, если на эмоциональном уровне появляется искажение, которое на самом деле в результате дает ощущение несвободы и ограниченности, а это чувство боли, скорби, утраты, немощи, рабства, порабощенности, потери доверия, страх будущего, гнев на себя, ограничение восприятия, как бы сужение диапазона восприятия, потеря чувствительности или наоборот, нечувствительность. Это все говорит о том, что этот организм болен, он нуждается в помощи. Потому что у него, скорее всего, эта штука уже соматизировалась. Как она где отстрелит, потом непонятно. Но вот испытывание таких чувств, то есть, понимаете, не эмоции, а уже более-менее стабильной такой штуки, которая является чувство. И если это устойчиво, а если это еще доминирующее состояние, то есть он скорее будет испытывать чувство скорби и утраты, что он скорее будет чувствовать страх будущего или там потерю доверия, он скорее будет проявлять недоверие, он скорее будет бояться новизны, как проявление страха будущего, да? Это доминирующее состояние. То послушайте, мы говорим уже об ограниченности, мы говорим о том, что он, короче говоря, он болен. Вот такое вот понятие болезни. Да, да, это болезнь на психоэмоциональном уровне, которым пренебрегают. Скажут, чего? Это какая-нибудь там чувство немощи у тебя? Слушай, батенька, не пудри мне голову. Попей витаминки и иди на работу. Больничный тебе не дадим. Вот когда больничный надо давать. Вот когда человеку нужен покой, уединение и помощь человека другого. Когда нужен ресурс другого человека, любящего сердца. Ну нет, я имею в виду любви, не... понятно. Вот когда нужно, а не тогда, когда он уже пришел с артритом, или с энтероколитом, или с язвенной болезнью, или с кроном. Ну, короче говоря, пойдем дальше. Что-то нужна помощь нужна. Может, помазать чего-нибудь? А теперь мы смотрим, что такое болезненные симптомы. То есть болезненные симптомы – это то, на что мы ориентируемся и говорим, что, короче, что-то не так. Я болею, у меня болит. То есть императив боли. Императив боли заставляет нас реагировать на эту боль и прибегать к лечению. Для нас болезненные симптомы – это суть проявления механизма самоадаптации. И эти симптомы, на самом деле, у них есть определенный смысл, у них определенные функции есть, определенная работа, которую они выполняют. Мало того, то,
со стороны какого органа и системы проявятся эти самые симптомы и интенсивность самих симптомов, это отражает работу принципов термодинамики. Это термодинамические процессы, которые связаны с уровнем свободной энергии и уровнем энтропии. И они все, болезненные симптомы, направлены на минимум свободной энергии, закон Гиббса, я думаю, вы это помните, конечно же, но не помните, в общем, неважно, и снижение уровня энтропии. И, конечно же, болезнь обличает скрытое внутреннее неустроение. В этом смысле помогает найти путь к излечению, показывая нам то, что происходит на самом деле. То есть это обличение. Как обличение — это значит сделать личным, вывести на лицо. Говорит, ну, на лицо. Обличение произошло болезни, то есть скрытое неустройство стало явным. В этом смысле мы очень хорошо реагируем и учитываем, конечно же, то, что видно, то, что очевидно, то, что так реально и физично, и так сильно пренебрегаем тем, что невидимо. Ну, например, эмоциональными симптомами, да, хотя на самом деле эмоциональные симптомы, как правило, отражаются на лице, потому что мимические мышцы всегда будут проявлять большую склонность отражать доминирующую эмоцию на лице. То есть это проявление реакции защитного механизма, направленное на восстановление баланса или гомеостаза. То есть это всегда гомеостаз. То есть в каждый момент времени организм находится в определенной степени баланса, в определенной степени баланса, да. Неустойчивого равновесия всегда. Ну и как мы можем измерить болезнь? Мера болезни – это то, насколько человек, в какой степени он ограничен в реализации собственного потенциала и в реализации возможности творчества. Такие странные, конечно, вещи, такие совсем, знаете ли, не методичные, казалось бы, не научные. Но когда я это говорю, по вашему выражению лица я вижу, что вы понимаете, о чем идет речь. Потому что если мы будем с вами давать определение здоровья, а мы сейчас к этому перейдем, то, как ни странно, мера здоровья будет определяться тем, насколько мы свободны для творчества. И центральным понятием в определении здоровья будет свобода. Свобода от боли, свобода от страсти, свобода от эгоизма. Это вслед за Джорджем Витулкасом, это нашим современным гомеопатом. Пойдем дальше. Итак, а мера здоровья – это способность реализации, то есть это реализация способности к творчеству. То есть у нас у каждого есть способность к творчеству, но вопрос в том, насколько мы ее реализуем в полноте или ограничены лишь отчасти. Вот такая, понимаете ли, у нас получается ситуация. Если в результате вашего воздействия терапевтического человек обретает определенную степень свободы, радости, он начинает... Что такое творчество в данном случае? Это не рисование картин. Творчество – это преобразование. Это преобразование. Даже если он просто у него освобождается эмоция, он эмоционально освобождается и просто начинает радоваться, он начинает улыбаться, то, может быть, только одной своей радостью он преобразит окружающую действительность настолько, что реально это повлияет на многих. Ему не надо больше ничего делать, кроме того, что только радоваться. Он просто ходит и радуется, и больше ничего не надо делать. И, может быть, его призвание здесь, на Земле, только в том, чтобы радоваться. Или просто, не знаю, кататься на форчике, пускать мыльные пузыри, или сажать цветы, или просто радоваться этому всему. Все. Да. И больше ничего. И на самом деле то, в чем мы призваны, это делать нам легко, просто и приносит нам радость. Потому что мы здесь призваны, мы здесь максимально оснащены, и здесь Бог с нами. Но нам же надо. Трудно, чтобы было. Трудиться надо. Работать. Если грядка, то 10 метров и организованная так, чтобы там оставить поясницу. А если ты сделал огород таким образом, организовал это все, что у тебя работают червяки, которые просто обожают это. Они просто радуются, понимаете? Им просто радостно делать почву. А сорнякам предоставляете возможность почву рыхлить, увлажнять и обогащать питательными веществами? Вам говорят, что вы бездельник, потому что вы сидите и пьете чай. А работают сорняки и червяки. Вопрос, как к чему относиться. Ну ладно, ты как ботаник, конечно, как обычно. Давай дальше.
Да. Тут немножко как-то странно сформулировано. Значит, на качество здоровья и болезни оказывает влияние наш образ жизни. Помните, я говорила, что в центре внимания оказывается образ жизни, потому что образ жизни – это то, то есть он отражает характер связей, взаимосвязей человека как системы организма, как системы с окружающей действительностью. Вот. Это и есть образ жизни его, образ, ну, характер взаимодействия. И, конечно же, то, какой образ жизни этот организм реализует, он дает понимание, то есть о том, насколько он заботится о сохранности его жизненной силы. А жизненная сила – это его защитный механизм. То есть вообще-то жизненная сила – это больше, чем защитный механизм. Но защитный механизм – это часть жизненной силы. Короче говоря, очень неважно. Главное – оказывать внимание на образ жизни. И понятно, что наше лекарственное средство должно быть таким, чтобы его можно было применить каждый день. Каждый день, понимаете? Вы делаете просто каждый день. А это дает, балансирует, дает возможность отбалансироваться полнее, глубже, не входя в доминирующую эмоцию, не входя в болезненное патологическое состояние, без нужды соматизации. Помните, круто. То есть если мы только введем что-то в образ жизни, и оно будет помогать нам оставаться в довольно высокой степени здоровья, по-моему, это чудесно. Методы холистических направлений – это чудесная просто новость. Они не агрессивны и не инвазивны. Ну ладно, так и быть. Если даже иголками тыкают, то все равно иголками не очень глубоко. Все равно не инвазивно. Вот. В общем, поэтому и... Почему здесь важно было об этом сказать, что не нарушается целостность организма и не подавляется работа защитного механизма. То есть я сейчас не беру те ситуации, когда человек нуждается в хирургическом вмешательстве, если это потому, что ситуация угрожает его жизни. Я сейчас говорю о холистических подходах. Хирургия не является холистическим методом. Это метод ургентной медицины. Вот, давай дальше. Ну вот здоровье. Ну вообще чудесно, все прекрасно. Но это, конечно, динамическое равновесие. Понятно, это неустойчивое равновесие. В каждый момент времени оно является устойчивым, а в целом это неустойчиво. То есть понимаете, да, о чем я говорю? Что если рассматривать здоровье или баланс, или равновесие, оно не будет стабильным вот, на протяжении всей жизни. Оно будет достигаться в каждый момент времени. Относительно этого момента времени это устойчивое равновесие, а относительно отрезка жизни это неустойчивое равновесие. Это принцип термодинамики нелинейной. Так равновесие с кем? С окружающей средой, социальной и экологической. Ну, то есть экология, на самом деле, в данном случае и социальная среда тоже, ну и природная среда, скажем так. Естественно, что при состоянии здоровья вот это вот равновесие позволяет реализовывать заложенный потенциал максимальным образом, наиболее полно. Ну и, конечно же, вот я уже говорила, что критерий здоровья – это ощущение счастья и свобода для творчества, как созидание, как преобразование. Так что, в принципе, если вы хотите оценить, в какой степени ваше воздействие оказало целительное, оказалось целительным для данного человека, вы можете спросить, слушай, сколько минут в день ты чувствуешь себя счастливым? И понять, было ли целебное воздействие или его не было. Понимаете? То есть на самом деле ощущение счастья – это, в общем, конечно… То есть понятно, что у него может все равно болеть. Он, знаете, как еще вот что. Вот ощущение счастья, он может не сказать, то есть вы скажете ему, в какой мере ты счастлив. Он, знаете, он подумает, что, наверное, доктор Тютю вообще чего-то не то. Спрашивает какие-то странные вопросы, может затрудниться. Или, знаете, как не сглазить, чтобы не сглазить. Может сказать, да вы знаете, так как-то это замнется. А очень хороший аналог ощущения счастья – это благодарность. Это благодарность. Это способность благодарить. Потому что очень трудно поблагодарить за то, чего с тобой не произошло. А когда человек
находится, то есть если он претерпевает, именно претерпевает исцеление, процесс исцеления, то он осознает свое положение, и он ощущает, вот, может быть, счастье, он вам не скажет, что он счастлив, но он начинает испытывать чувство благодарности. Если хотите, покаяние. Что вам ближе? Я хочу вам показать еще одну штуку. Она будет иметь отношение непосредственно уже к кинезиологическому тесту. Значит, что происходит в растении? Под влиянием солнечного света происходит процесс фотосинтеза и фиксация солнечной энергии в энергию химических связей. Нам интересно сейчас терпеновые соединения. Вот смотрите, вы все знаете, что при пропускании пучка белого света через призму мы видим распределение света по спектру световому, и мы видим, собственно говоря, это проявление, то есть мы видим разные цвета. А теперь смотрите обратная работа. Значит, у нас свет поработал таким образом, что в результате его воздействия света возникли определенные соединения химические. Мало того, эти химические соединения, они имеют летучую природу, газообразную природу, и в них, поскольку они имеют сродство к тому, что летает, и тому, что невидимо, они в себе и свет тоже содержат. А теперь что происходит в нашем организме? Вот с нами происходит вот это самое. То есть мы работаем как призма, пусть не такая призма, но дело в том, что при попадании в нас запах имеет возможность как раз раскрыть вот эту энергию света, энергию солнца и вот это все то, что в него заложено изначально у нас в организме. Собственно говоря, это и реализуется. Понятно? Я что-то это... Понятно? Теперь смотрите, что вот это такое? Вот эти цифры. Это не что иное, как частоты. Частоты. То есть свет имеет волновую природу и корпускулярную одновременно. Волновая корпускулярная теория света – это известная штука, мы это проходили в курсе физики. И что мы имеем здесь? Мы имеем здесь явление резонанса. То есть, ну здесь-то мы не имеем, никакого тут резонанса нету. Вот смотрите, допустим, запах попадает к нам в организм. То есть нет, сначала не попадает в организм. Нет, он уже попал, но все равно, он пока еще здесь, навне. Мы его нюхаем только. Нюхаем, и у нас какая-то реакция возникает. Мы говорим, ну ничего, да, хорошо. Следующий запах. Ух ты! Ух ты! Ой! Ух ты! Ну, других слов нет, ну у меня, например, да? Ну вообще, короче, хочешь надеть на себя этот запах? Не знаю. Не знаю. Я готов с ним взаимодействовать, я готов с ним общаться, потому что это всегда другое что-то. Это всегда другое что-то. И если мы говорим о запахах, то это скорее взаимодействие, и я должен услышать его. Услышать. Это же еще волновая характеристика. Услышать. Если бы сейчас показать вам, как устроена хроматограмма, тут вот мы как раз со студентами занимаемся сейчас, мы читаем всякие химические профили разных эфирных масел. И, конечно, я вам хочу сказать, это такое увлекательное занятие, потому что это, конечно же, симфония, такая красивая музыка, как эти вот все там молекулы. Это то, что хроматограмма-то показывает. Понятно, что она там кучу еще всего не показывает, потому что просто чувствительности прибора не хватает. Но даже то, что мы уже видим, я понимаю, что это реально можно проиграть на музыкальном инструменте. Это можно выразить цветом, потому что это волна. И вот смотрите, то есть, когда я говорю «Ух ты!» Ой, я показываю явление резонанса. У меня это откликнулось, у меня где-то это откликнулось. Тут могут быть разные оттенки вот этой реакции, разной степени резонансности. Это может резонировать эмоционально, это может быть резонировать даже где-то на уровне органов. То есть если я впущу запах поглубже, то я уже от этих вот эмоций, вот таких «Ух ты! Ой!» я перейду в другую сферу. И я так, ага. Супер. Так, все, сейчас я в тайге, так, все, так,
темно. Нет, там темно? Нет. Там, знаешь, что? Свет. Сегодня, сейчас солнце светит. Но просто это хвойная тайга, и свет проникает через хвою, так отдельно, немножко скудно. Ага, сыростью пахнет, так мхом. Так, все, я иду. Ой, слушайте, пахнет папоротником? Класс. Нет, это папоротник, мало того, он не просто пахнет, он сейчас зацветет. Значит, что папоротники это не покрыты семенные, они, в принципе, не цветут, но этот папоротник должен зацвести. А цветок-то какого цвета? Сейчас посмотрю, сейчас. Угу. Зеленый цветок. Нет, так, ну ладно, что-то там-то, конечно, розоватое есть, но вообще-то я даже не знаю, почему он так, я его вообще, наверное, не найду. Ну а как ты то, что не найдешь? Да нет, это ужасно, что я его не найду. Понимаете, да это сейчас у меня внутри разговор терапевта и, значит, пациента. Тебе, не, мне очень жалко его будет не найти, потому что это сокровище. А может быть, все остальные папоротники зацветут? Нет, их мало, он только, по-моему, вообще один, то есть это сокровище. Так, ну давай дальше. А какой воздух? Он там теплый или холодный? Да ничего, вообще согреваться он не собирается. А поближе, если поближе к папоротнику согревается, точно. А поближе к ручью холодный? Паранойя, да? Вы сейчас думаете, что я совсем с ума сошла. Ну, неважно. Подожди, сейчас вы отгадаете, какое это было. Кедр. Не-не-не, не кедр, конечно, нет. Такой зеленый кедр, не, он не зеленый. Как кедр? Он же ствол. Нафиг ему столько зелени? Ага. Понимаете, да, уже? Так, а потом, значит, уже запах, все, он прошел, папоротник у него уже расцвел, он, значит, нашел свое сокровище, все такое, тра-та-тара. Итак, слушай, ну чего, а как тебе там в этой тайге было? Слушайте, а я это, знаете чего? Смотрите, как я сейчас. Ой. А взгляд внутрь. Я, говорит, вообще, представляете, я вообще в лес боюсь ходить. Не, подождите, я в лес боюсь ходить, а это вообще хвойная тайга, кошмар! А чего, вы не боялся? Нет. И мало того, это какой-то папоротник там хренов собирался зацвести, я собирался его одного найти, и вообще я не боялся. Масло бергамота. Ну, у меня он просто здесь, я просто восстановила его, как он пах в начале, да? И, значит, вам это изобразил. Ну, плюс-минус, потому что я еще все-таки во внешнем таком процессе, мне было немножко сложно. Короче, понимаете, вот я вам показала вот это, что он, значит, сначала, ой, да, да, нравится, ой, реакция сначала первая эмоциональная, потом он чувствуя эмоции, вот это вот следование, он начинает описывать запах, он может описывать его, он фактически его теплоту описал, он его там, что можно, конечно, было спросить, этот цветок, он какой? Он терпкий, сладкий, вяжущий, какой он, да, шероховатый, какой на ощупь, он вам все это рассказал бы. То есть он бы вам описал запах с позиции осязательного пути, с которым обонятельный путь сильно связан. И, конечно, он бы сказал, что это скорее всего, это эффект, ну, вот там, он его, чувство защищенности у него возникает, безопасности. Вот, на самом деле, бергамот, тоже на букву «Б», адаптоген очень сильный, это масло, которое мощнейшим антидепрессантом является. Вот. И просто антидепрессантный эффект, например, апельсина сладкого и бергамота, немножко разные. И с разного типа депрессиями будет работать. И с разного типа доминирующими состояниями. Так вот, в какой-то момент мы можем поймать, например, что он вам скажет. Вы знаете, а у меня правое подреберье там, типа это, чего-то. А у кого-то, кто-то там писать побежит, а кто-то еще, например, скажет, ой, слушайте, а у меня там проекция яичников там, не знаю, пульсирует. А кто-то скажет, не знаю, у меня там в виске, а у меня заложило нос, а у меня в ушах стреляет, а кто-то еще что-то вам скажет. Вы сразу увидите висцеральный орган, который будет заинтересован, который будет получать отклик. Это и есть резонанс на самом деле. А резонанс с ним мы можем говорить только тогда, когда мы имеем дело с волной. И вот кто из вас смотрел рекламный ролик Академии? Никто? Что, правда, что ли, никто не смотрел? Такой увлекательный, а? Нет, вот на этот семинар, на который двудневный, смотрели? Про пациента с розмарином. 17-летний. Смотрели? Мальчик. Вот. Значит, Алекс, короче, там нашел. Какой орган заинтересован был? Желчный пузырь, сфинктер, да, сфинктер, спазм. Спазм сфинктера. Соответственно, нарушение функционирования желчного пузыря, яньского органа. Так, теперь, значит, яньский, это
важно понимать. Значит, в принципе, дискинезия. А какая у него эмоция была? Просто эмоция. Просто, да, на какую эмоцию мы не вышли, я тоже помню, что не вышли на эмоцию. Там был эмоциональный компонент. Был эмоциональный компонент. Да. И у него розмарин брал все, и эмоции брал. Нет, эмоции мотивейтом взялись. Понятно, хорошо. Значит, смотрите, физический резонанс был пойман на розмарине. То есть самый максимальный был эффект. Значит, как я смотрю, да, а эмоционально мотивейт. Как объяснить эту ситуацию? Мотивейт, извините, сразу, смесь мотивейт, по-моему, там входят одни цитрусовые, так, Катя? Не только, а кто там еще? Сейчас пока они ищут, что туда входит. Туда цитрусы точно входят. Да, какие-то, да. Угу. Значит, смотрите. Что? Мята входит. А я что-то путаю, наверное, с какой-то смесью, которая только из цитрусов. А, цитрус, ага. А еще какая-то есть. Ну, не важно. Это чир, по-моему, да. Чир там содержит много этих самых цитрусовых. В общем, смотрите. Сейчас я вам свое умозаключение построю, потому что я, когда посмотрела ролик, у меня сразу идея одна возникла, и я объяснила, что происходит. Сейчас я еще раз восстановлю это, придумаю заново, и сейчас вам это расскажу. Вот, смотрите. Меня, знаете, что удивляет в кинезиологическом тесте? То есть я как ароматерапевт, я не работаю одним маслом. Не работаю одним маслом. То есть если идет речь о чрезкожном введении или введении через слизистые оболочки носа или там желудочно-кишечного тракта, мы всегда работаем смесью. Если мы работаем через обонятельный путь, действительно, мы там какое-то масло, которое может быть одобряется, которое может там не одобряется, ну как-то рекомендуется в использовании в моновиде, там одно масло, а потом мы все равно подгружаем, можем смесь, допустим, я говорю, ну принюхай, все равно, принюхать, это значит так, берешь одно масло, которое нравится сильно, ты его в нос берешь, принюхиваешь, а потом внюхиваешь другое, просто снизу подносишь крышечку или там бумажку и принюхиваешь. Значит, в тот момент, когда ты уже услышал запах, останавливаешь. И смотришь, как они. Приближая, концентрация выше, отдаляя, концентрация ниже. Понятно? Соотношение запахов. Не надо вот так сразу делать. Потому что, может, в равновесной концентрации это будет кошмар. А вот так очень даже ничего. Понятно? Это называется принюхивать одно к другому. Мы сразу вам такую технику показываю. Только не флаконы, а либо крышечки, либо бумажечки. Да? Чтобы у запаха был воздух, чтобы он мог раскрыться. Нашел? Там цитрусовый основной компонент, мята и розмарин. А, во. То есть розмарин поймался там, но в чистом виде все равно не поймался, нам все равно понадобились еще цитрусы. Да? Наверное. Цитрусы. Так вот, смотрите. Вот, и я думаю, как так получается, что кинезиологи ловят одно масло? Наиболее одобряемое, наиболее резонируемое. Это может только в случае того, когда действительно ловится резонанс. Резонанс, он осуществляется с одной какой-то частотой. Он не может резонировать там, ну, либо совокупной какой-то, да, частотой, ну, допустим, смеси. Но поскольку смеси есть готовые, дотеровские, какие-то резонируют, какие-то не резонируют. Но в основном мономасла дают какую-то реакцию. Выбирается только одно. Короче, я поняла, что мы ловим резонансы. Я вот думаю, а чему соответствует вот этот резонанс? Кто дает этот резонанс? Понятно, что это дает орган, которому задана какая-то определенная волна. Спазм вот этого самого сфинктера. Он соответствует реакции этого мальчика на какой-то фактор эмоциональный. И защитный механизм устраивает спазм. И этот спазм дает нам волновую характеристику розмарина. Понятно это? Понятно. Это значит, что организм постоянно затрачивает энергию, равную вот этой вот самой частоте, волне, усилию вот этому, на поддержание вот этого спазма. Он его не устроил один раз и навсегда. Он постоянно затрачивает на это энергию. И когда мы
Даем розмарин в тест. Эта энергия приходит и снаружи. У организма эта энергия, соответственно, не должна быть затрачена. Она высвобождается. И таким образом организм получает возможность, он входит в ресурсное состояние. Вот что значит ресурсное состояние с точки зрения ароматерапии. То есть, когда мы даем то масло, которое поймал кинезиологический тест, мы таким образом высвобождаем эту энергию, которая постоянно затрачивается на создание этого спазма. Мало того, что мы снимаем спазм, мы высвобождаем эту самую энергию, которая теперь возвращается на эмоциональный уровень и становится доступной, и привлекается для осознания этой самой эмоции и построения нового ответа. Да. Теперь смотрите, что у этого пальчика происходит. Он дает нам розмарин. И дает очень, значит, на эмоциональный фон, эмоциональный уровень требует смеси цитрусовых, мяты и розмарина. Это значит, что уже один розмарин, скорее всего, в этой самой, он ему эмоции не откомпенсирует. Следовательно, то есть зная, просто я вам сейчас скажу просто из своего опыта. Я знаю, что масла цитрусового ряда приподнимают, дают много энергии, освежают, и то, что он потребовал и мяты, и розмарина, и цитрусовых, говорит, причем розмарина чуть-чуть, говорит о том, что на самом деле он затрачивает очень много энергии на поддержание этого патологического состояния. Это значит, что ситуация не очень древняя, иначе бы уже он скомпенсировался гораздо лучше и не затрачивал бы такое большое количество энергии. Ситуация недавняя, скорее всего, она повторяющаяся. И это, скорее всего, в школе, потому что ему 17 лет, и в школе не так это все давно. То есть это не с первого класса длится, и не с седьмого класса. Это, скорее всего, связано с последними, вот, может быть, это экзамены, может быть, это как раз вот здесь. И у него, поэтому вот такая конструкция одобряемых, то есть требуемых организму запахов. То есть на самом деле я бы ему в бонетный путь бы ввела бы цитрусы, цитрусы с мятой положила бы ему и с розмарином на смесь, в смесь, которую надо мазать, живот. Для того, чтобы снимать спазм вот со сфинктера и таким образом высвобождать эту самую энергию для того, чтобы он перестал париться по поводу того, чего он там парится вообще. То есть ввести его в ресурсное состояние, высвободить энергию и дать возможность ему перестать реагировать так, как он реагирует. Затронув привычную ему точку чувствительности. То есть, скорее всего, естественно, он так и среагировал, как только дело коснулось какой-то зоны чувствительности. То ли не быть первым, то ли не поступить в институт. Тут, скорее всего, не оправдать доверие родителей. Ну, не доверие, а ожидания родителей. Потому что до сих пор он, скорее всего, их как-то оправдывал. А тут есть шанс, что он этого не сделает. И вот такая вот история. То есть, на самом деле, ресурсность – это один из опорных моментов ароматерапевтического курса. То есть мы всегда даем ресурс, и этот ресурс, он высвобождает большое количество энергии. Почему и возникает игровое поведение, почему творчество возникает, да? Причем эта энергия, она не рассеянная, она не хаотичная. Это та энергия, которая затрачивалась на поддержание патологического состояния. А теперь этого делать не нужно. Да, если мы говорим об ароматерапевтическом курсе, то есть мы можем его составить на основе кинезиологического теста, например, то есть протестировав и таким образом определив конкретные какие-то очень такие значимые резонансные, да, масла. Вот, можем, исходя из других ситуаций сделать, то есть есть разные подходы для составления смесей и определения, какое масло требуется. Но если мы говорим о кинезиологическом курсе, то мы обязательно будем вводить какие-то масла или смесь через бонятный путь, и что-то будем вводить местно, потому что, во-первых, кинезиология гениально совершенно тестирует локальные изменения, метаболические изменения, это физический уровень, да, и эмоциональный уровень.
мы разбираемся на физическом уровне также, потому что у нас у масел есть антиспастические эффекты, обезболивающие эффекты, способность тонизировать лимфоток, соответственно, флеботоники, венотоники. Значит, дальше у нас вот этот целый арсенал свойств и качеств и эффектов, которые мы можем получить на физическом уровне, включая всякие цидные активности, фунгицидные, бактерицидные, антивирусные и разнообразные другие активности по отношению к патологическим агентам. Вот. И, естественно, мы работаем на эмоциональном уровне, я вам показала уже, как это просто исследует из абонентного пути и из того, как устроены эфирные масла. Они, с одной стороны, у нас с вами такие летающие, да, летучие, а с другой стороны, они жидкие, это жидкости. То есть они при этом очень такие химически организованы, такие брутальные химики. И мы можем через ванитный путь, а можем уносить через кожную, через слизистые оболочки. Таким образом, работа... А? Не обязательно. Мы обязательно будем реагировать все, что дает резонанс. Резонанс может быть отрицательным. И вот смысл того, какой резонанс мы ловим, положительный или отрицательный, то есть нет, он всегда будет положительный, потому что он есть. Но одобрение запаха плюс или минус – мы будем рассматривать вот на курсе, потому что это ну, не так просто. Сочетание с тестом. Да, да, сочетание с тестом, с кинезиологическим. Так что вот, вот такая вот интересная, вот такой интересный выход, совершенно неожиданный в ароматерапии. И, конечно, я рада, что Алексу пришло в голову потестировать масла. На самом деле, можно тестировать все, что имеет волновые характеристики. Гомеопатические препараты, которые суть волна, потому что они потенцированы, высвобождены, только волновая характеристика. И все то, ну вот эфирные масла, это прям чистая волна. Вот, можно тестировать. Прикладная кинезиология. Медицина будущего.